Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. Всем-всем привет, дорогие мои друзья! Добро пожаловать к нам на канал! Сегодня у нас такое праздничное видео. Сегодня у нашего Владюши мы отмечаем день рождения. Само день рождения, конечно, было раньше, но в связи с нашей загруженностью в графиках наших мы решили его отметить немного позже. И сегодня этот день настал. Владюша его очень давно-давно ждал. Когда же подарок и когда же будет самое главное застолье? Потому что подарок мы ему не дарили. Хотелось как-то в более праздничной обстановке, чтобы стол был и торт был. Ну, в общем-то, все дела, что нужны при дне рождения. Оставайтесь с нами. Надеюсь, вам понравится. Нам, по крайней мере, очень понравилось, как мы провели этот день рождения. Повеселились, потанцевали, посмеялись, подурачились. Ну, в общем-то, смотрите. Я думаю, вам будет интересно. Hollywood perfect. That's how it goes when you're Hollywood perfect. Все, стол накрыли мы, салаты поставили, окрошечку я уже налила, дети уже голодные, селись уже кушать, уже никого не стали ждать. Я говорю, да, садитесь уже, ешьте. Целый день толком ничего не ели. Нечего было, в принципе, есть, все было в процессе готовки. Ура! С днем рождения! С днем рождения, дорогой наш любимый сынок. Желаем тебе счастья, здоровья, благополучия. Пускай у тебя все получится в жизни. Пускай все сбудутся твои мечты. У тебя есть мечты? Да. Вот, пускай они все сбудутся. Всего-всего тебе самого доброго, хорошего. Цепочка, браслет, кольцо, сережки, кольцо. Браслет. Покажи. Вау, такое офигеть. Красивое. Офигеть. Офигеть. What is my problem? What can I get out of this world that I created? Fighting storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone. No one to turn to. No one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting life. Ну, как обычно, все наши семейные праздники не проходят бесследно. То есть всегда мы пляшем, всегда мы дурачимся с детьми. Ваня как-то у нас не сторонник таких мероприятий. Он всю дорогу просидел, пролежал на диванчике, а мы дурачились с детьми. И вы знаете, куда ушла вся моя усталость? Ведь я так устала, я с ночи, с вождения, еще целый день на кухне. И тут вот покушали. Владюша сходил в магазин, купил 2-литровую такую банку сока такого с мякотью персикового. Прям вообще обалденный просто. В 2-литровой банке в стекле получается. Очень вкусный сок. Прям вообще просто сумасшедший. Хотя я вообще соки с мякотью не особо люблю. А тут прям вот с таким удовольствием все попили. И у меня прям куда усталость делась, и настроение поднялось. И тут дети вещат, верещат. Мы включили, как всегда, свой волшебный шар. И тут уже мы дурачимся. Я уже с Владюшей даю танцевать. Дима прям ревнует. Меня отрывает от Влада. С ним надо потанцевать. В общем, дурачились, веселились. Настроение поднимали себе как только могли.
В общем, очень весело у нас было. Втроем, ну, повеселились, насмеялись, нашутились. Прям вообще классно. Отметили очень здорово, хотя никуда не ходили, хотя, конечно, планировали, но со временем мы ограничены, поэтому так чисто в семейном кругу, чисто семейный праздник, ну, здорово отметили, вот очень всем понравилось. Okay.
рождением тебя, с днем рождением тебя, с днем рождения, Владюша, с днем рождения тебя. Давай. Давай задувай. Загадывай желание. Задувай. Я не могу. Подожди. Я просто, я типа хотел про себя собраться, просто про себя типа вздохнуть, ну, а потом уже задувать. Я одним вздохом уже задул. Ну вот на такой торжественной ноте я буду заканчивать сегодняшнее свое торжественное такое видео праздничное. Я думаю, вам понравилось. Ну не знаю, как вам, но нам-то точно понравился наш праздник. И стол удался, и все очень вкусно получилось. И торт безупречно мягкий, воздушный, вкусный. Детки счастливы, лопают, сидят тортик. Фокусы года мы вам показали, как мы танцуем вам показали, как мы веселимся вам показали. В общем-то, ну, на этой радостной ноте буду завершаться. Друзья, спасибо большое за все поздравления, за теплые пожелания. Также спасибо большое за просмотры, за комментарии, за лайки. Всем, кто еще не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь. Прожимайте колокольчик. Ну, а я буду прощаться. Всем пока-пока. До встречи.